Национальная сборная по футболу на прошлой неделе завершила июньскую сессию квалификации чемпионата Европы. В двух матчах с Израилем и Косово набраны 3 очка, хотя главный тренер команды Георгий Кондратьев для продолжения борьбы за выход из группы заявлял задачу минимум – 4 балла. Еще хуже дела у молодежки, которая повторно не смогла обыграть Андорру. Более того, вполне могла и уступить. В понедельник в Доме футбола положение дел в институте сборных обсуждали в узком составе, а на неделе ожидается исполком АБФФ, на котором могут последовать оргвыводы. Из того, как складывались матчи, прежде всего, как болельщику сборной, хотелось увидеть 2 победы. И, в принципе, с Израилем не хватило совсем чуть-чуть. Возможно, мы не заслужили победы в этом матче, но... Ничья – это тот результат, который, считаю, был бы справедлив. И либо этот нелепый гол, второй в наши ворота, либо 11-метровый на Иване Бахаре. Ну, что-то должно было, считаю, сыграть. Но, опять же, это футбол, это спорт. Здесь нет сослагательных наклонений, поэтому результат на табло. И этот результат дает пищу для размышления, для того, чтобы двигаться дальше. Ну, а саму оценку тренеру – Георгий Петрович сам себе задал планку, до которой чуть-чуть не дотянулся. Что происходит с молодежной сборной? Вроде и лимит, и тренер говорит, что у него россыпь игроков, которые с игровой практикой. Он легионеров даже не включает в заявку, потому что они, дескать, не играют. И мы получаем 2 ничьи от Андорры, лучше бы уже проиграли и выиграли. Но скажу так, что есть действительно большие вопросы к тренерскому штабу молодежной сборной. И в ближайшее время, в том числе и с ними, состоится разговор. И обсудим их видение. Мы не влияем на выбор игроков. Где-то, может быть, рекомендательно кого-то советуем, но не более того. Тренер ответственен за результат. И я надеюсь, что каждый тренерский штаб прекрасно понимает, что тот результат, который сегодня есть в турнирных таблицах, это непосредственно их ответственность. И я надеюсь, что они готовы ее взять на себя. Это значит, что могут оргвыводы последовать? Безусловно. В ближайшее время? Конечно.